А вот сейчас мы постараемся вас удивить блюдом, которое содержит в себе такой ингредиент, как черемша. Уже ее начали продавать в городе Красноярске. Рядом со мной Семен Ежов, студент третьего курса Высшей школы гастрономии Института гастрономии СФУ. Здравствуйте, Семен. Всем доброе утро. Так, черемша, вот она уже. Вот. Но она у вас как будто не на рынке куплена, да? Откуда-то привезена какая-то профессиональная дорогая черемша. Ни в коем случае. Самая обычная черемша, самая вкусная, которая куплена у дедушки возле дороги, самая настоящая и полезная черемша. Остановитесь, Семен. Да. Во-первых, черемша – это что такое? Она с чесноком схожа, да ведь? Черемша – это вообще вид лука, который на вкус напоминает либо чеснок, либо лук. Что-то смежное между этим. Черемша – это у нас... он же медвежий лук, он же дикий чеснок, это же полба, во всех регионах называется по-разному. Но принцип один, растение одно и то же, черемша, что-то между чесноком и луком. Да, ну чаще всего наши соотечественники, скажем так, наши красноярцы, сибиряки, черемшу макнули в соль, откусили, либо добавили в салат. Вот сегодня один из вариантов салата, что нам потребуется? Это у нас будет салат весенний. Он состоит из огурцов, редиски, зелени, укроп, петрушка, черемша, огурец, сметана и сок лимона. Вообще, весенний салат. Вот что ассоциируется с весной? Это первые поездки на дачу, когда собирается, появляется первая зелень. И вот так вот после долгой, суровой, холодной зимы режется мелкая зелень, и вот прям пахнет вот укроп, петрушка, прям весной. Уже пахнет, кстати, у нас здесь. Давайте начнем нарезать все. Огурец мы нарезаем вот такими вот ломтиками, да? Нарезаем четвертинками. На четвертинке тонкой соломкой вообще абсолютно ничего сложного нету. Таким же принципом поступаем и с редиской. Все без каких-либо лишних сложностей, все максимально просто. Максимальный такой дачный салатик весенний с черемшой. Так, вы еще яйца отварили. Яйца отварили, да, я это сделал заранее. Они как раз у нас сейчас готовы. И совершенно забыл про них сказать. В салат также идут и яйца. Вообще-то салат идеально подойдет для начала дня, для утра. Потому что черемша у нас безумно богата витамином С. У нас здесь редиска, огурец, сметана нежирная, полезная. И яйца, белок. Яйца нам сейчас нужно достать в холодную воду. Пока будут остывать, я нарежу все остальные ингредиенты. Да, в холодную воду для того, чтобы чистились они лучше. Такой лайфхак, если вы вдруг не знали. Многие даже лед в эту воду добавляют, чтобы вообще прям ледяная была. Но нам, Семен, интересно вот что. Как создаются рецепты вот таких вот, допустим, салат. Раз уж мы готовим такой весенний салат, на его примере. Как сочетание вот этих всех продуктов подобрать грамотно? Методом проб и ошибок, я думаю, по-другому. Никак, просто берется черемша, пробуется с огурцом, вкусно, с яйцом, вкусно, с чем вкуснее, с майонезом, сметаной или любой другой заправкой, вкусно, попробовали, получился салат. Я думаю, то, что это самый верный и надежный способ, потому что по учебникам и по примерным представлениям вкусов никогда точно не поймешь, вкусно ли получится. Если огурцы требуют времени на ваших дачных участках, потому что они появляются там где-то ближе к середине лета, то вот зелень и редис – это самое первое, что уже готово к употреблению. Поэтому огурцы докупаем, черемшу либо собираем сами, либо тоже докупаем. И все остальное уже можно будет скоро, я думаю, собирать уже на даче, потому что тепло в наш регион уже приходило. Сейчас я даже по себе сужу, зеленый лучок проклевывается. Значит, что ж, скоро ингредиенты для такого салата вы точно будете собирать, а не покупать. У черемши, как обычно, используются только стебли, да? Ну, вообще нет. Черемша может употребляться полностью в пищу. И стебли, и листья, и даже луковицы черемши тоже идут в приготовление. Сегодня мы будем использовать полностью черемшу, и стебли, и листья. Интересно. Вообще она идет полностью съедобной, и во всех регионах ее готовят по-разному. У чеченцев и ингушетов, я знаю, что есть национальное блюдо, это прозвучит странно, но черемша вареная в молоке. Ух ты. На Кавказе ее обожают есть в сырую, в свежем виде, вот как вы говорили, с солью, с хлебушком. И вообще все зависит от региона. Я говорю, едят даже луковицу черемши. Поэтому сегодня мы не будем пускать витамины и пустим
салат, всю черемшу. Да, есть даже такие закатки, паштеты из черемши делают. Да, это, наверное, самое популярное, когда черемшу собирают прям свежие-свежие, первые побеги черемши и закатывают на зиму, чтобы холодной зимой достать и насладиться этим прекрасным вкусом. Так. Но многие также побаиваются черемши перед важными встречами, потому что дает она определенный аромат. Тут, как в любом деле, важно знать меру. В рамках разумного ничего не будет. Ну, да, потому что это идет смесь лука и чеснока, и запах лучше перед свиданиями ее много не есть. А вот, Семен, подскажите нам, есть ли какой-то лайфхак избавиться от запаха после того, как ты поел что-то такое чесночное, луковое? Чистить зубы и жвачка, я думаю. Наверное, есть, но, к сожалению, я прям точно подсказать не смогу. Скорее всего, по-любому можно. Что-то по-любому придумали. Многие, вот я помню, что нам кто-то из поваров советовал как раз-таки петрушку, несколько листиков съесть после такого, и якобы чуть-чуть, да все-таки перебьет. Ну вот вы попробуйте на себе, не знаю, если вы фанат черемши, то хотелось бы, чтобы потом при каких-то важных переговорах, особенно если вы близко к человеку находитесь, это осталось вашей тайной, что вы черемшу очень любите. А я вот вспомнил, лаврушку еще жую. Лаврушку. Сушеную лаврушку, берут прям листочек, зажевывают, и она очень сильно перебивает запах изо рта. А своего запаха не дает. Это, практически, это, да. Это важно. Так, все, у нас нарезана основная часть наших зеленых ингредиентов. В миску у нас пошли черемша, укроп, петрушка. Можем добавлять сюда нарезанную четвертинками редиску. Давайте добавлять, почему бы нет. Сразу цвет какой. Она по-весеннему выглядит. Специально поэтому и добавляется, потому что у нас здесь идет зеленая петрушка, зеленая черемша, укроп, сметана. Все такое достаточно блеклое. И белые яйца. Поэтому мы специально добавили сюда еще и редиску, чтобы такое красочное было. Яйца! Нам надо добавить яйца. Точно. Помню, без яиц не получится. Помню. Кстати, вы говорили насчет того, что чтобы легче чистилось. Это не только для того, чтобы легче чистилось яйцо. Очень важно на профессиональной кухне яйцо сварить правильно. Так. Именно поэтому там засекают все вплоть до секунд. У тех, кто варит яйца, всегда есть специальный таймер, который стоит специально на яйца на определенное время. Оно же может приготовлено быть с мятку для салатов, оно может быть приготовлено в мешочек, чтобы есть его так. А мешочек это самое минимальное, да, по-моему, время выдержит? Да, там, когда желток вот-вот схватился. И специально, чтобы яйцо внутри не перешло, и резко его остудить, остановить процесс приготовления яйца, используют вот как раз-таки миски со льдом, чтобы резко охладить и остановить процесс приготовления яйца. Яйцо мы просто крошим мелко, как получается. Яйцо обычно плохо подается какой-то ровной, хорошей нарезке. И в целом это не будет заметно в салате. Поэтому мелко крошим и добавляем в салат. То есть недоваренный желток, он нам может поспособствовать и в виде такой заправки даже, да, стать к этому, да, салату? Да, желток отлично смешивается со сметаной, с любыми другими заправками. И придает, с майонезом даже... мы знаем, как он смешивается. Прекрасно. Так, Семен, все, нам пора ускоряться. Давайте добавляем вот это яйцо. Все, мы добавляем яйцо. Заправляем. Заправляем сметаной, добавляем немного сок лимона, чтобы придать кислоту и яркость вкуса нашему салату. Во все ли салаты рекомендуете лимон добавлять? Совершенно нет, это все зависит от ингредиентов. Туда его. Делаем это специально аккуратненько через ложку, чтобы у нас туда не улетели косточки. Все, половины хватит, дольки. Открываем сметану и замешиваем наш салат. Ну и, естественно, посолить, добавить специи, у кого какие есть любимые. Это все зависит от каждого предпочтения, каждого человека. Все, вы посмотрите, какая красота получается. Вот давайте вот на вот этом вот моменте, когда Семен размешивает салат, добавив туда сметану, уже будем останавливаться. Черемша может прекрасно дополнить весенний салат. И вот то самое весеннее настроение, которое мы с вами ждем вот при такой погоде, оно к вам обязательно придет. Попробуйте, сделайте. С нами сегодня был Семен Ежов, студент третьего курса Высшей школы гастрономии Института гастрономии Сибирского федерального университета.
беседа. Спасибо, Семен. Всем приятного аппетита и классной весны. До свидания.